Добрый день, это новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ, я Ольга Витковская. Одно из рейтинговых агентств впервые поставило под сомнение безупречную репутацию кредитоспособности Великобритании. В последнее время такие смелые шаги все чаще предпринимает Egan Jones, вслед за которым пересматривать рейтинги начинают и эксперты остальных агентств. Несмотря на сокращение бюджетного дефицита, наблюдаемое последние три года в Британии, Egan Jones все-таки снизила рейтинг страны с 2А- до А+. Экономисты не уверены в дальнейшей успешности борьбы с дефицитным бюджетом в условиях неблагоприятной экономической ситуации, сложившейся в последнее время в Соединенном Королевстве. На прошлой неделе Национальное бюро статистики Великобритании опубликовало отчет, согласно которому в последнем квартале 2012 года экономика сократилась на 0,3%. Именно такие данные дают основания полагать, что показатель государственного долга будет и дальше увеличивать свое значение, негативно отражаясь на конкурентоспособности облигаций Великобритании. Следите за последними новостями мира финансов с нами на InstaForex TV. Всего хорошего!